Так, выдача новой карточки сотруднику. Вкладка «Склад», справочники, довідники, налаштування, бирки зі штрих-кодами. Здесь нужно просто ввести номер карточки, которую собирается кто-то выдать. Например, карточка там 502. Нажав Enter, еще раз Enter. Мы открываем эту карточку. И здесь нужно просто опять-таки указать имя сотрудника. Например, Роман. Записать все у нас. Все, что нужно было, заполнилось. Теперь под этой карточкой уже можно работать этому человеку.